Мир вам. Я сегодня пораньше пришел к вам. Вы где спите-то? В каком месте? Ну-ка включите свет. Вот это ваша постелька, да? Вот я пришел. Что-то вы сегодня не звонили мне? Проспал? Проспал. Ну ладно. А что там свет горел в стенках-то? Виноват, батюшка. А, пошли. Так, я пришел, кошечкам надо, чтобы дали. Сегодня осталось-то 2 дня. Мне надо увидеть, чем вы занимались. Так, кошки, я уж тут это привез, 2. Где у вас кастрюля? Она каша, где? Ага. Каша там. С овсянкой и манкой. Ну, наливайте, можно через край так подгребайте. Ни одной жижи только, чтобы вот так. Как раз, это не очень жидко, надо размешать там сгущеной-то. Вот так. Ну ладно. У меня компьютер-то работает отлично просто. Я очень благодарен Господу и всем, кто помогал. Ну, главное, это Виктор и вы. Так, еще маленечко. Хорош. Хорош почти что. Так, теперь это наливайте. Я вот-вот начну котят кормить. Она что-то начинает их отказывать им. А это что такое, голоса слышно? А это я включил аудиобиблия. А что это такое? Зачем? Одновременно слушаешь и делаешь руками. Так, вы сходу покажите мне, где у вас это. Это ложка-то у вас чистая? Ложка всегда ложка. Тогда уберите. Не чистая. Это отдельно. Все ложки. Откуда берете вот это? Что тут? Из чего это кошачье-то? Что у них? Значит, варится здесь. Тут у меня находится каша овсяная. Что это? Овсяная каша. Это овсяная? Да, овсянка вот она. Одна овсяная. Так, дальше. А здесь находится... С чем она у вас смешивается? Смешивается с манной кашей. А манная каша... Покажите, где она. Так, манная каша. Это гречка. Манка вот. Вот она, манная. По сколько сыпете? По одной кружке. По кружке? На кастрюлю, да. Кружка это... А это тоже кружка? 2 миски. А? 2 миски, 2. Две кружки? Нет, 2 миски. То есть отсюда одна и оттуда одна? Тут 2 миски. Не понимаю, какие миски? Вот как, что, полную миску, что ли, черпаете? Ну, на большую кастрюлю. Ну ладно, понятно. И то она жидкая. Я понял теперь. А там что у вас, ведро с чем? Она... Ну, закройте его и все. Помыл ведро от молока. Ну, закройте, потом молока надо принести будет сегодня. Так, еще что? Вот. Дрова у вас здесь, и мне надо принимать вахту-то. Я буду тут. Дрова здесь у нас. Она, ну? А на растопку в этом мешке. Вот. А что там такое? А мелкое такое. А, ну ладно, да. Это я спалю все. Угу. А что-то тут так не подметено, это много мусора-то почему? Виноват я. Смотрите, сколько вы ногами его растаскиваете везде. Так, это что у вас тут в пище? Это я поставил воду греть, посуду мыть, например, сковородку. Вы только голландку топите, русскую не топите. Один раз топили, наверное? Или как? Топили ее? Здесь... А это что у вас в кастрюлях? Здесь у нас суп я занес сейчас. Да-да. С коридора. Ну так вынесите теперь сразу. Угу. Так мы же будем... Из коридора что мне надо будет брать? С коридора брать уже ничего не надо. Все, давайте, заходи, вынесите туда сразу. Там у вас наружная дверь закрыта? Закрыта, проверим сейчас. Оттуда, с гаража закрыта? Да. А тут свет-то есть или нет? Есть, с правой стороны свет. Ну-ка, давайте. Так, вот. Ага, одна здесь, нет? Лампочка одна? Лампочка одна. Этого достаточно. Это помидоры-то у вас давно взятые? Ну, это с грядки, которые, с парников. Ну да, так а что у нас здесь-то? Ты туда занесите, тут-то зачем они? А тут у нас так вот прохладно, но не холодно. Ну а по помидорам-то ничего не будет, давайте туда. Давайте. Нам надо хорошие помидоры брать. Так, ничего больше нет? Ведра-то распузырили, нигде нету уже совсем. Плохо, что моркови нету. Так.
Ну, в общем, понятно. И тут у нас помидоры. Эти помидоры куда занести надо будет? На стол? Туда. Туда, хорошо. Их надо чем-то обтирать, влажную бумагу или что? Так, быстро свет тушите. Вы еще не молились? А? Нет еще. Будем молиться. Так, что еще у вас тут готовите-то? Кипяченая вода. А картошка где у вас тут? Картошка стоит за... Давайте показывайте, сдавайте вахту мне. Не сегодня, а на какой день поедете? Ага. Я почему вас выпроваживаю пораньше-то? Потому что мне тогда заботы нет, как отправить. С батюшкой. Так. Картошка здесь. Картошка здесь. Да. Больше нету, кроме этой? А остальная лежит здесь. А там где? Вот. А, тут в мешках. А куда в мешках-то это? Куда-то ее приготовили или еще? Значит, надо брать картошку. Ну, я наварю, все понятно. И тут лежит. А в банке что там стоит белое? Банка это... Кислое. Не уроните, держите где вообще двумя руками? Молоко кислое. А? Кислое молоко. А почему это вы его тут держите, не даете? Ну, оно в ведре большая часть, а здесь стоит... Ну, почему не даете-то? Даем молоко. Так вытащите его, тащи сразу. Ага. Держи двумя руками. Ну, оно уже у вас руки, есть. Иначе одна крышка останется. Да. Так, выключайте там свет. Ясно. Поставьте на это. Пойдемте молиться. А где она у вас? Говорит-то я не пойму. Вот. А, вот, да выключите все здесь. Раз уходите, свет надо выключить везде. Выключайте.